А сегодня мы приготовим наши королевские креветки и отдадим его с простым и легким салатом. Берем наши креветки. Пока наша сковородочка греется, мы туда масло так чуть-чуть. Сейчас сковородочка нагреется, мы пока чеснок подрежем немножко. Можно так, небрежно. Все, наша сковородочка нагрелась. Берем креветочки. Перец чили. Просто кольцами режем. Можно уже сразу туда чили к креветочкам. Какой аромат. Добавляем к нашим креветкам белое сухое либо полусухое вино. Даем ему чуть-чуть выпариться. Солим. И добавляем такой хороший кусок масла, не жалея, потому что у нас будет потом соус. И перемешиваем. Важный момент, не передержать, потому что у нас тогда соус наш слишком будет жидкий. Поэтому нужно этот момент контролировать. И все, вот у нас уже видно, что у нас получается такой легкий соус. Мы пока подрежем немножко петрушки. Добавляем петрушку. И сразу же можно выключать креветки. И сейчас мы сделаем простой и легкий салат. Для этого нам понадобится огурец, овощечистка. Такими просто движениями сначала немножко уберем вверх. Буквально 3-4 таких слайса. Сделали так называемое импровизированное кольцо. Берем салат. Выкладываем сюда. Немного сбрызгиваем оливковым маслом. И выкладываем наши королевские креветки. У нас еще остался с креветок соус. Никогда его не выбрасывайте. Мы сейчас подрежем немножко багета, и очень вкусно будет вместе с багетом наш соус попробовать. В принципе, наш салат готов. Багет есть. Приятного аппетита!